Самарской области реализуется акция «Начни с себя», предусматривающая уплату имущественных налогов сотрудниками органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, заранее, не дожидаясь окончания срока уплаты. Оплатить налоги нужно до 25 ноября, так как данные средства в полном объеме поступают в бюджет территории и позволяют региональным и местным властям направлять данные средства на оперативное решение социальных вопросов, пишет телеграм-канал Ленинского района. Продолжается прием документов на предоставление путевок по программе «Мать и дитя» детям-инвалидам, нуждающимся в сопровождении в санаторно-курортной организации, расположенной в Самаре. Право на получение путевки имеют дети-инвалиды в возрасте от 4 до 17 лет включительно. Дети-инвалиды участников СВО обеспечиваются путевками в первоочередном порядке. Подробную консультацию можно получить по телефону 332 07 64, информирует телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Самары. Традиционная выставка животных из приюта пройдет в Самаре 23 и 24 ноября, сообщает телеграм-канал Железнодорожного района. Это уже 12-й фестиваль, где кошечки и собачки будут искать свои дома. Все желающие смогут забрать домой понравившегося пушистика. Вас ждут также конкурсы и игры для питомцев и хозяев, детективный квест, большая детская площадка и маркет. Фестиваль проходит на Мичурина 23А с 11 до 18 часов. Вход свободный.